Это мастер-план. Они разрабатывали проекты дворцов, аэропортов и целых кварталов городов по всему миру. А сегодня представили свои концепции мастер-плана территории, прилегающей к стадиону «Самара-Арена». 127 компаний из 28 стран мира изъявили желание участвовать в конкурсе. 76 из них направили свои заявки в оргкомитет. Все они были тщательно изучены, и вот первые заседания жюри. Проводятся открыто в формате видеоконференции. Трансляция организована в YouTube. На выходе мы получим качественный, современный, профессиональный проект, который сможем реализовать в установленные сроки. Не сомневаюсь в том, что опыт работы над итоговой концепцией будет востребован также в интересах развития, реинновации других территорий региона. Мы понимаем, что не все проекты мы на этой территории сможем реализовать, но вполне возможно, отдельные элементы, идеи можно будет использовать при развитии других площадок. Для рассмотрения были выбраны 27 заявок. Из них предстояло выбрать только три. Это те компании, которые имеют большой опыт и безупречную деловую репутацию. От того, какой проект будет выбран, зависит будущее площадки, которая может стать одной из самых привлекательных в стране. 2 года назад на «Самара-Арене» отгремели матчи чемпионата мира по футболу. С тех пор мало кто приезжает туда. В неигровые дни там просто нечего делать. А желающие побывать в историческом месте есть во всем мире. Болельщики из разных стран – Бразилии, Австралии, Дании и Сенегала – говорили, что непременно снова посетят Самару. Нужно только создать условия, чтобы на площадке возле стадиона было многолюдно всегда. Об этом говорили и сегодня на заседании жюри. Много интересных заявок. Я специально сегодня вот выслушивала всех профессионалов, которые оценивали участников этого конкурса. И рада тому, что мои мысли совпадали с мнениями профессионалов. Я считаю, что эта территория должна быть многофункциональной. Я считаю, что эта территория не должна жить от матча к матчу, а должна быть наполнена жизнью постоянно, круглогодично и, возможно, круглосуточно. Участников голосования впечатлил состав претендентов. Компании обустраивали исторические центры городов и даже парк королевы Елизаветы II. А потому решено в финал допустить не 3 компании, а больше, чтобы усилить конкуренцию и выбрать лучшего. Мы посоветовались в правительстве, и было такое же мнение у мэра города, члена жюри Лапушкиной, предложить жюри установить еще одно место, так называемый сектор-приз, 4-е место, да, с тем, чтобы наиболее полно реализовать тот потенциал, который мы сейчас увидели в этом итоговом обсуждении. Очень равные команды, и неудивительно, что в результате обсуждений появилась инициатива о расширении количества участников 2-го тура. Почему? Потому что выбрать крайне тяжело из того изобилия прекрасных, интересных градостроительно-инвестиционных дизайнерских решений, которые предложены претендентами на выход во 2-й тур. Какая из компаний будет в итоге обустраивать территорию вокруг Самара-Арены, станет известно в сентябре. Компании должны будут разработать проекты, из которых жюри выберет лучший. Олег Зверев, Константин Головин, «События».